какие у вас красивые шарики. Да, пожалуйста. А это вы сейчас раздаете, а раньше вы не раздавали. Ну, это нам сегодня только привезли. Берите. Нет, ну давайте шарики я потом ребенку возьму, подойду с ребенком. Так мы просто уходим, мне надо их раздать. Мы в час. Вы до часа берите потом. Только. Да. Ага. Ну, мне просто сейчас неудобно, я на работу. Давайте, вот сейчас она уже придет, и я уже тогда это. Просто я знаю, что вы мне раздавали шарики, а это уже... сегодня подвезли. Сколько за миллион, наверное, да? 10 миллионов шариков, срочно надувай. Европейская солидарность. И тогда победишь обязательно. А вот это Запорожье. Переплюнули всю Украину. Я гарантирую. Как говорится, почувствуйте разницу. Кроме того, Порошенко, понимая, как распространяется наш гимн, все гимны,